все дальше и дальше, все быстрее и быстрее. Никому неизвестная причина сдвинула с места только один камень. Он летит, увлекая за собой другие. И вот уже страшная в своей неотвратимости лавина несется вниз. Мы говорим «лавина». Ученые сказали бы «разветвленная цепная реакция». Тот роковой первый камень, который породил лавину, в науке называют активной частицей. И неважно, каким образом она возникла, как несущественно и то, какая причина сдвинула с места камень. Важно, что происходит потом. Активная частица столкнула с места соседние. Возникают новые активные частицы, и вот уже их количество лавинообразно нарастает. Все дальше и дальше. Все быстрее и быстрее. Скорость такой реакции стремительно увеличивается, и весь процесс в целом воспринимается как вспышка или взрыв. Слепая стихия. Долгие века человек был бессилен перед ней. Академик Николай Николаевич Семенов любит вспоминать, как в ранней юности он остановился перед запертой дверью, которую ему предстояло открыть через много лет. Однажды он рассказал своему ученику, а ныне крупному ученому-химику, Николаю Сергеевичу Яниколопову. Я помню эту фотографию. Это было в самом старинном славянском университете в Праге. Николая Николаевича присудили звание honoris causa, почетного доктора. После этого мы пошли на конгресс. Был большой симпозиум по макромолекулярной химии. После бурного заседания мы вечером возвращались в гостиницу. Мы Николай Николаевичем решили зайти ко мне в номер, отдохнуть немного. Чужой город, гостиница, далеко от родных, от института. И вот такой вечер, особенно хочется заниматься воспоминанием и пересмотром своих точек зрения, своей жизни. Вот Николай Николаевич в этот вечер с большим удовольствием мне рассказал о своем детстве в Саратове, о своих школьных годах, о лаборатории, которую он сам создал у себя дома, маленькую химическую лабораторию, где он делал свои химические опыты. Вот однажды он устроил у себя дома грандиозный взрыв. Естественно, за это его сильно попало от родителей. Вот обиженный Николай Николаевич удрал за Волгу далеко и мучительно думал о причине взрыва. Как же произошел этот взрыв? В чем причина? И нельзя ли делать так, чтобы взрыв был так, когда ему хочется, а не случайно? Вот Николай Николаевич говорит, что он тогда впервые задумался о причинах взрыва. С одной стороны, это химия, с другой стороны, это некое физическое явление. И он понял, что надо знать хорошо физику, чтобы понять это явление. Вот он мне говорил, что вот когда ему было 12 лет, вот в это самое время, он твердо решил заниматься физикой, изучать физику, чтобы потом заниматься только химией, выяснить причины химических реакций. Почти полвека отделило сегодняшний Ленинград от того истерзанного, голодного и простреленного города, каким он был в 20-м году. А в нетопленном политехническом институте одержимые, упрямые люди работали тогда для будущего. В отголосках революции и гражданской войны здесь сделала свои первые шаги советская наука. В те годы академик Иоффе организовал физико-технический институт. Николаю Николаевичу Семенову
было 24 года, когда он стал заведовать здесь лабораторией электронных явлений. Здесь же, в 24 году, и было открыто явление, давшее возможность разгадать механизм цепных разветвленных реакций. Человек получил в руки ключик к заветной дверце. Год 56-й. Король Швеции, профессор археологии, оставил свои научные занятия, чтобы вручить очередные Нобелевские премии. Среди виновников торжества в этот раз был советский академик Николай Николаевич Семенов. Как часто бывает в науке, открытие опережает свое время. Так было и с работой Семенова. Крупнейшие ученые долгое время считали ее ошибкой, парадоксом, вызванным несовершенством оборудования. Понадобились годы для осмысления и доказательства явления, получившего название разветвленных цепных реакций. Ученые получили код, с помощью которого смогли расшифровать многие загадочные явления. Лавина тронулась с места. На этот раз это был каскад блистательных научных работ. Многие поколения ученых наблюдали химические процессы. Они знали, какие вещества участвуют в реакции и что получается в результате. Но что происходит в колбе во время реакции, оставалось для всех тайной. Теория цепных реакций помогла проникнуть в святая святых, в самую суть сложнейших химических процессов, понять и раскрыть их механизм. И не только механизм, но и скорость. Это дает возможность управлять химическими процессами в современной промышленности. Необычайно широк круг интересов учеников Николая Николаевича. Ведь создание цепной теории стало только самым первым камнем, двинувшимся с горы. А сегодня становится возможным понимать процессы, протекающие в верхних слоях атмосферы, и изучать частицы, обладающие высокими энергиями. Сколько возможностей для человечества таится в этих словах «частицы, обладающие высокими энергиями». Но если возможно управлять химическим процессом в промышленности, почему, собственно, не попробовать взять на себя управление различными биологическими процессами в живом организме? Ускорить? Затормозить? И уж во всяком случае, почему бы не попытаться их понять? Многие ученые мира пытаются отнять у природы тайну связывания атмосферного азота. В Институте химфизики успешно решают сейчас эту проблему. Понимание процессов горения и взрыва.
нужно ли говорить о важности этих вещей. Сегодняшняя теория и, разумеется, практика в этой области построена на основе, заложенной Николаем Николаевичем 40 лет назад. Теория и практика, поиски и открытия, годы и десятилетия. Цепная реакция разветвляется бесконечно, и создание новых полимеров тоже в этой цепи. Казалось бы, какое отношение это имеет, скажем, к горению и взрывам? Но, тем не менее, всем известные и популярные полиэтилен и полипропилен вышли из Института химической физики. Награда пришла через 30 лет. Но ведь и он сам считает, что самое важное не первый камень и даже не толчок, хотя бы и мощный, но вся лавина. Учитель и ученики. Тема извечная, как любовь. И поэтому Николай Николаевич начинает с воспоминаний о своем учителе. Руководитель института Абрам Федорович Йоффе — это был замечательный человек. Собственно, он является одним из главных создателей нашей современной физики. Абрам Федорович Йоффе заражал нас всех страстным стремлением к научным исканиям, к раскрытию неизвестных еще тайн природы. И вот что замечательно. Сам он, крупный и великий ученый, занимался вопросами механических и электрических свойств кристаллов. И вовсе он не требовал, не хотел, чтобы мы, все вот его молодые руководители, чтобы мы следовали его линии, направлений. Ведь в то время было очень важно создать множество направлений в науке, дать задел для будущего фронта науки. Поэтому он стремился зародить в нас другие идеи по всем другим направлениям. Науку охватывал он страшно широко. И мы на наших заседаниях ученого совета и в беседах с ним захватывали самые разнообразные вопросы в науке и постепенно становились сами, выбирали и находили свои области. Это первое. И второе, когда мы начинали работать, он вовсе скрупулезно не руководил нами. Он не стремился каждый наш шаг контролировать. Наоборот, он оставлял в значительной степени нас, самих собой, чтобы мы научились преодолевать трудности, чтобы мы сами свободно научились мыслить и создавать свою отдельную область. И потом, это замечательное чувство коллектива. Все работы всего института самые разнообразные, обсуждаясь вместе, и каждому были интересны то, что делается у соседа. Вот этот коллективный дух в науке создал и придал и нам вот в общении с нашими учениками тоже такую же демократическую манеру. И поэтому тогда вот из каждой лаборатории, из молодых ребят, которые приходили к нам, а приходили не только из Политехнического института, а буквально со всех краев Советского Союза, тогда, когда оказывалось, что это способный человек, он начинал у нас работать, и он превращался постепенно в крупного ученого. И мы тоже никогда не делали различия. Мы коллективно работали, но коллективизм этот был такой, что каждый получал свое. Никогда не было, например, такого, что когда-нибудь руководитель любой приписывал бы свою фамилию к работе, которую делал свой ученик. Наоборот, мы старались даже идеи незаметно как бы подсовывать ученику, чтобы он их чувствовал своими, потому что только тогда он по-настоящему увлекался и начинал свой раздел в науке. Когда в 1920 году Николаю Николаевичу поручили организовать первую лабораторию, он был один. А через 10 лет, к моменту создания Института химической физики, их было уже 50 хорошо подготовленных самостоятельных ученых. Весна 1966 года. Еще одна весна, 70-я. Международный симпозиум по цепным реакциям собрался в эти дни в честь 70-летия академика Семенова. Среди крупнейших ученых мира ведущие сотрудники Института химической физики и его филиалов, ученики Семенова, ученики учеников.
Николай Николаевич любит вспоминать, как совсем молодыми они съезжались к нему из разных городов, как он принимал их. Об этом каждый из них говорит много и с удовольствием. Но самое замечательное то, что все они, говоря о своем учителе, в сущности повторяют слова самого Семенова об академике Иоффе. Вот они все здесь собрались. Владислав Владиславович Воеводский, профессор Виктор Львович Тальрозе, член-корреспондент Гальданской. Это совсем молодые ученики. Они пришли в химфизик уже после войны. Кажется, что это было вчера. Срок совместной работы с академиками Арамом Багратовичем Налбандяном, Николаем Марковичем Эммануэлем и Николаем Михайловичем Чирковым около 30 лет. А профессор Виктор Яковлевич Лепинтох, в свою очередь, ученик академика Эммануэля. Ну а если понятие родства распространить и на науку, то этих юношей и девушек можно было бы назвать правнуками академика Семенова. Семидесятая весна. Но кто сказал, что это старость? Ведь совсем недавно Николай Николаевич Семенов писал: «Ученый продолжает жить в науке до тех пор, пока перед ним расстилаются манящие края непознанного, и он угасает лишь тогда, когда его плотной стеной обступают непререкаемые очевидности».